Всем хорошего настроения. Пришла посылка. Это у нас Китай, сайт AliExpress. Для меня это не совсем новый магазин, поскольку раньше я работал с этим магазином. Ну вот, решил попробовать еще заказать несколько часов в этом магазине. Сейчас покажу, что это за магазин. Вы догадаетесь, поскольку часы очень популярны этого магазина. Есть на AliExpress официальный продавец Navy Force. Думаю, вы уже из названия этого видео догадались, что это будут за часы. Так, далеко вот убирать не буду, поскольку я еще не видел часы. Если будут какие-то проблемы, мы вернемся к этой упаковке и посмотрим трек-номер, чтобы было доказательство, что вот часы пришли так и были такие из упаковки. Но я надеюсь, все будет хорошо, поскольку бренд хороший, отзывы хорошие покупателей. В принципе, все довольны. Я думаю, у меня также будет все хорошо. Вот хорошие часы, все хорошо, но почему-то упаковка вот просто целлофановая, нет картонной, как других брендов, например, как Nagear, к сожалению. Инструкция здесь стандартная, вот эта карта пластиковая, она гарантийная международная карта, не знаю, она действует за пределами Китая или нет, кто знает, отпишитесь. Вся комплектация всех часов одинаковая, поэтому не вижу смысла это все смотреть. Давайте сразу смотреть на часы и на качество часов. Так, ремешок. Начинаем из ремешка. Обзор я запишу позже. Сейчас только распаковка и просмотр внешнего вида. Нет ли каких-то дефектов или брака. Так, часы идут. Все хорошо. Циферблат. Так, смотрим на циферблат. Вроде бы также все хорошо. В принципе, претензий к этой модели у меня нет. С функционалом мы потом разберемся. Так, есть подсветка здесь. Когда буду записывать обзор, вот такие часы. Так, давайте смотрим вторые. Так, здесь немного другой пакет на этих часах. Здесь разные цены на часы. Возможно, в другой ценовой категории какие-то другие. Есть, правда, и часы этого бренда с коробками, там нужно смотреть. Я не понимаю, почему они все часы не комплектуют коробками, возможно, так дешевле. Ну вот, как-то так. Также есть гарантийная карта и инструкция уже немного другая. Давайте посмотрим эту инструкцию. Та инструкция стандартная, а вот здесь уже в виде вот книжки такой. Хочу посмотреть, есть ли русский язык или только английский. Нет, только английский. Так, в принципе, та же инструкция, только просто реализована по-другому. Так, беру вот это, чтобы не мешало. Да, вот эти часы мне нравятся. Во-первых, они тонкие, а я люблю, когда часы тонкие, и они так мне удобнее как-то. Да, и на руке неплохо смотрится. Да, вот это крутая модель. Так, еще есть какие-то дополнительные функции, поскольку несколько циферблатов. Так, внешний вид отличный, в принципе, претензий нет. Это у нас день недели. Так, это, наверное, формат время 24. Наверное. И вот это также нужно будет разбираться. Почему два циферблата одну и ту же функцию? А возможно... Нет, не знаю. Не буду сейчас угадывать, потом посмотрю и в обзоре уже расскажу. Сейчас просто визуально смотрим, все ли работает и нет ли каких-то дефектов. Так, открываем следующую модель. Так, здесь еще какая-то другая вот упаковка. В принципе, та же комплектация.
Здесь полностью металлические часы, то есть и браслет металлический, и корпус. Там здесь есть пленка. На часах. Оу, крутится даже безель вот этот. Так, и здесь функции также. Это число, это день недели и формат время 24. И есть светонакопитель, уже вижу на стрелках и на делениях. Вот фосфорные, наверное, метки. Ну, неплохо, неплохо сделано. Также не очень толстые. И этот неплохой вариант. Все ссылки я оставлю в описании на эти часы. Смотрите, переходите, кому понравится. Так, и последняя модель. Так, в принципе, также все хорошо. Претензий нет. И здесь несколько циферблатов, число, формат время 24 и день недели. И вижу, что стрелки, на стрелках есть светонакопитель. Так. Так, все нравится. Вот такие часы с сайта AliExpress. Претензий к продавцу у меня нет. Ссылка на эти часы будет в описании под видео на все эти часы. Всем спасибо за просмотр данной распаковки. До свидания.